Это большой корабль! Натан. Ну что нам с тобой делать? Наверняка сам устал от нотаций, я устала их читать. Вот теперь просидим, все поехали развлекаться. Мне плевать. Да, в этом-то вся и беда. Не понимаю, почему только я наказан? Потому что драку начал ты. Он отнял мою книжку. Просила же не носить ее с собой. Так что сам виноват. Он не имел права ее отнимать. А ты имел право сразу махать кулаками? Дело не только в книжке. А в чем еще? Ни в чем. На исповеди скажу. Что бы я ни делала, ты упорно хочешь пойти по стопам своего бедного непутевого брата. Смотреть больно. Сэм! Вижу. А, полезли наверх. Не, скользко.
Ой-ой. А это помогать таким мальчикам? Что, обделяя вниманием десяток других под моей опекой? А что вы хотите от меня? Вы сами знаете. Нет, я пока не готов сдаться. Этого не избежать. Вот что. Я поговорю с ним утром. Хорошо? Доброй ночи, отец. Доброй ночи, сестра. Мое досье. Чтоб тебя. Надо к тому окну. Ну давай. Двигай, сестра. Сестра Кэтрин. Черт. Сестра Кэтрин, я опять забыл ключи. Не могли бы вы открыть ворота? Иду, отец. Давай. Почти на месте. Okay.
никогда нельзя расслабляться. Ладно. Рад тебя видеть, братишка. Что это? Да ладно, опять? Ерунда. Ты обещал не лезть на рожон. Он говорил про нас гадости. И? Сказал, что папа нас бросил, потому что мы тупые, а мама в аду, потому что... Нейт, ну брось ты, тебя дразнят, потому что ты ведешься. Ясно? Ты обращай все в шутку. Ты бы врезал. Ты меня слушай, не повторяй за мной. Вот. А то простынешь. Ну? Так зачем ты сюда залез-то? Видят, вызовут копов. У меня для тебя сюрприз. Рождества, что ли, ждать? Какой? Он снаружи. А говорил, не лезь на рожон. Сделаем исключение. Ну-ну. Вот это прыжок. Давай, хватайся за руку. Да ты легкий. Тебя что, там не кормят? Как-то тут пусто. Где вообще все? На экскурсии. О, это я помню. Как поживает отец Даффи? Он там один нормальный. Навестил бы его. Да ну, еще начнет давить на совесть. Сюда. Уже близко. Легкотня. Черт. Захлопнулась. Я вроде... Я камушком придавил. Ну и пускай, мы с тобой поверху пойдем. Поверху? Сейчас увидишь. Ну, смотри. О. Теперь идем поверху. А ты умеешь? Ну, раз или два. Ну, давай. Теперь ты. Ты чем занимаешься? Так, работаю. А как девушка? Какая? А, Кристал. Ну, мы то вместе, то не вместе. Вот сейчас не вместе. Ну что? Кто не рискует? Тот не бьет! Поменьше думай! Ты сможешь! Держу! Видал? Расплюнуть. Да. Ерунда. Не отставай. Но клёво же. Ага, еще как. Сюда. Я сейчас. Теперь прыгаем. Ага. Упс, это ведь не грех? По-моему, грех.
Да ты крутой. Готов, Тарзан? Ага. Ну, вперед. Забирайся на колокольню. Не запрыгну. Ну так обойди. Красивый вид, а? Да. Неплохо. Ты уже залезал на крышу? Вот конкретно на эту? Нет. Но ты знаешь, как забраться, да? В общих чертах. Жди тут. Смотри и учись. Ладно, Нейт, давай, ты сможешь. Ну, прыгай! Не думай, просто прыгай! Держу! Давай! Ну-ка! Получилось? Ага, ну конечно. Так, иди за мной. А знаешь что? Давай-ка теперь ты. Серьезно? Да, серьезно. А я за тобой. Молодец, Нейтан. Ну что, попробуем? Так. Ладно. После тебя. А теперь вниз. Вот и все. Мы удрали. Ага. Посмотри, а? 250 кубов? Да ты что, смеешься? А 500 кубов не хочешь? Двухцилиндровый. Да ладно. Угу. Обижаешь. Видишь ли, братец, чтоб ты знал, я изменился. Купил на свои кровные. Давай, садись. Что? А, решил устроить мне праздник. Что, совесть нечиста? Знаешь, ты у меня чересчур умный. Ладно. У меня работа. Хорошая. Но есть один нюанс. Надо уехать ненадолго. Это на сколько? Ну, на год. Не больше, я быстро вернусь, соскучиться не успеешь. Бросаешь меня. Да ладно, не надо драмы. Тебе что, мало меня в приюте бросить? Как ты можешь так поступать? Да я для тебя стараюсь. Зарабатываю для нас обоих. Через пару лет что? Ты выйдешь. Через пару лет? Я хочу с тобой. Я едва концы с концами свожу. Заработаем. Понимаю, приют тебя бесит. Ты не понимаешь. Но пока тебе там будет лучше.
понимаешь? Просто поверь мне. Нечестно. Эй, жизнь вообще штука нечестная. Но мы справляемся. Так? Так. Но байк не единственный мой сюрприз. Видать, второй придется испортить. Что? Я нашел мамины вещи. То, что продал отец, я нашел покупателя. Я не злился. Нет, клянусь. Где? Хм, на том конце города. Как тебе идея их забрать? То есть украсть? Брось, какая же это кража, если вещи наши? Боюсь, копы могут не согласиться. А мы не будем попадаться. Ну, готов? О, да. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Меня так просто не возьмешь, приятель. Acabemos con esto. Давай. Demuéstrale al gringo quién manda. Давай. Dale una paliza. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¿Te gusta esto? ¿Eh? ¡Déjalo sin dientes! A ver cómo te sales de esta. ¡A él! ¿Qué tal esto? ¡Estante, piña! ¡Dale la cara! ¡Árenmelo! ¡Сейчас получишь! ¡Lucha como un hombre! ¡Pégalo! ¡No! ¡Ты напросился! ¡Toma esto, pendejo! ¡Gustavo! ¡Esto es para meterte con nosotros! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Sí, Gustavo! ¡Dame, amigo! ¡Rompe el caño, amigo! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Dale una paliza! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Derríbalo! ¡Ya basta! ¡Cierren este lugar! ¡Todos! ¡Regresen! ¡Acaba con él! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! Dame nitrales. Правда, дружок? Te voy a matar, gringo, come mierda. Ты звони, когда подрастешь, помутузимся. Te voy a сказать тебе por el culo. В одиночку. Увести. Его están esperando aquí, ¿eh? Открой. Да ладно. И сколько мне здесь теперь торчать? А? Туалет-то где? Перед тобой. Удачи. Ага. Gracias.